Добрый день всем! Сегодня хочу показать вот такую вот орхидейку. Эта орхидейка у меня стоит без корешков. Вот так вот сделано. Это у меня было основное растение, и на ней была детка. Вот растение стало погибать, и пришлось вот эту деточку отделять. Она довольно-таки большая, корешки у нее было немного корешков, но они у нее почему-то сгнили, да? Вот, то есть я ее поставила, все убрала, поставила вот так на пенопласт. Тут мох и крупный керамзит. Стоит она у меня вот так вот в горшке. И тут вот водички столько, то есть, да, влажно. И к листикам я сделала, зафиксировала эту орхидейку и сделала вот такие вот ватные диски. Я их смачиваю каждый день, каждое утро пульверизатором, чтобы она немножко хотя бы влаги по воды, да, каких-то веществ питательных получала. То есть я, бывает, сбрызгиваю янтарной кислотой, разведенный янтарином, да, вот эти вот ватные диски, ну и просто водичкой, то есть я чередую. Вот, стоит, ну, поставила ее, ну, наверное, на недельку у меня стоит, пока, вот, мне кажется, тут, может быть, скоро будет набухать и появится корешок. Ну, вот, вот в таком она у меня виде стоит, потом покажу, сниму видео, как получилось, что получилось. Нарастит она мне корешки новые, но буду надеяться, что она мне их нарастит. Итак, вот сейчас показываю вам орхидейку, эту же самую. Прошел месяц с того момента, как я ее поставила на наращивание корешков. Ну и вот такой вот результат. Вот смотрите, вот появились новые корешочки. Вот видите, раз, два. С другой стороны сейчас покажу. Тоже раз, два, три, четыре корешочка. Но они еще не очень большие. Немножко подрастут, сантиметров по 5 будут. Может, чуть побольше. И я буду пересаживать эту орхидейку уже на постоянное место жительства, можно так сказать, да, уже в грунт свой горшочек. Вот. Вот эти вот диски я также все смачиваю водичкой аккуратненько, каждый день, да, простой водичкой, просто из пульверизатора аккуратненько, чтобы не натекала в пазухе вот туда вода. Такой влажный, влажные такие, да, чтобы не бежала вода, не текла с этих ватных дисков. Тургор, конечно, у орхидейки нет его, да, можно сказать. Конечно, ей не хватает водички. Но как только корешки немножко подрастут, начнут уже доставать до грунта, ну и, конечно же, орхидейка свой тургор восстановит. Вот. Ну вот, такой результат получился. Водичку я подливаю, как обычно, да, сейчас вот она уже практически испарилась вся, ну вот так вот до уровня, вот до этого примерно я ее подливаю, водичку. Ну вот, значит, вот такой вот орхидейкой я уже показываю вам результат, да, этой орхидейки. Ну вот, подписывайтесь на канал, всем хорошего дня, пишите комментарии и пока-пока!